кажется, вертолет отсюда видно. Под БМПшкой, пусто. Где-то справа долбил калаш или что-то типа это. Спи меня. Паш. Че? Тебя че, махно убил? Ну, ГПшка прям в лицо. Это норм. Спектатор как всегда не работает? Наверное. Я на мини подорвался. Я кумулятивный пусть я отработал. Я видел это. Я даже записал. Какой-то безумный талип его хакбар сделал. Короче, блин, слили. Мы с Александром стояли все втроем, когда Кадыч пошел на с РПК-7 взрываться на мины. А нас Александром фугас один. Хотя видно махнул ГПшку, да? Я, кстати, медиком был, на себе 60 килограмм таскал. Спитер утащил, таки
4 снаряда и ползал просто. Тут еще свои были. У меня тоже был пулемет и бешеный. Ёп. Без танка, наверное, надо взять не газ, а шарфнет. Дробовик. Было бы интересно. Но он далеко не бьет. Он бьет нормально, у него разброс. Да, разброс. Так, блин, я забыл, что в этой миссии... Чем он так пригибается? Он же ноги бит. Дяква. Он такой за угол так. Ну там одна нога там все. У него как-то макушку сломает, если я понимаю. Еще на шкале не прибывает. Я не понимаю, почему его в фугас еще не отправили. На кого? Декпро. Ну, может закончится, там мало их. Ой, теперь и Декпро закончится. Вот Декпро закончился. Да? Ясно, побежал до шикашки и умер, да? Но он с нее стрелял, он начал убегать. Я видел, да. Он убежал с нее потом. Потом вернулся, судя по всему. Ну он за углом стоял, там возле нее прямо упал. Ну ладно. Ой, что-то они вообще в землю стреляли. По кому? Да, вратачество. Туда его засунул. Он там новый безопасный, что ли? Наверное. Самое стрёмное место. Да, блин, даже занят вести. Дапкинис. Он что-то знает? Повезло. Но он не понимает, что там как бы может по лестнице или что. Сначала вообще не вниз. А у меня он лежит на земле. Даркинис словно ногами, он еще станк сломал ноги. Нет, он у меня лежит вообще просто и стреляет лежа, без сознания. Все, танк приехал. И убил. Походу скоро сталак что ли лежит? Гранат кидает еще по своим. У него своя. У него своя атмосфера какая-то? Да. Прошлый год убежал как-то на север. Север умер? Убил, сейчас, наверное, махнул. Не, там Савера убил этот, Дапкинис. Ах, там только тебя, кажется, убил. Понятно. Аздоник написал в этом... В чатике. Трима. Не успевает что-то он. Это, правда, он давно написал. Что-то не успевает до сих пор еще. Да, да. Ой. Помахнул. Я, кстати, через дерево убил сегодня человека. Стреляя по нему, ветер сдувает патрон, подает дерево, а дерево уже рикошетит на него. Мах, попали, он лежит дальше, нормально, чё. Подавление. К дереву. Сам себя подавляю. Он просто стоит в дерево. Даже вкус перед собой, когда не простреливается. Mm-hmm.
Надеюсь, танк не будет по своим стрелять.